Отлично, вижу, коллеги мои даже плюсики ставят, очень приятно. Супер, здравствуйте. Я вижу, что сейчас еще не сильно много подключений, чуть больше 120, но я думаю, что, как всегда, 5 минут, 5-7 минут на сборы, и нас будет полтыщи. Хочу всех поздравить с завершением 8-го каталога. Он закрылся очень хорошо. И давайте друг друга поприветствуем в этом чате восклицательными знаками. Давайте поблагодарим себя за тот труд, который проделали, и действительно, каким классным стал для нас 8-й каталог. Я надеюсь, что вы довольны результатами. И как говорил Магнус на недавней встрече с сотрудниками, мы хотели понять, мы диджитал компания, насколько, да, мы диджитал, как наша модель проходит кризисы. Прекрасно, наша бизнес-модель проходит разные кризисы, и выходим мы из них достаточно быстро, как вот сейчас мы видим, и достаточно уверенно. Поэтому всех нас поздравляю, что мы в правильном месте, в нужное время. И будем начинать наш каталог номер 9. Конечно, он начался вчера, и уже многие разместили из вас заказы, и заказы эти по 150 баллов. И вы знаете, старт каталога очень сильный, поэтому если такие темпы и будут, я верю, что будет много новых званий и квалификации на премии. И, конечно же, я знаю, что многие из вас планируют поехать в Таиланд. Мы очень хотим целый самолет из Украины, может быть, даже еще чуть-чуть больше, чем самолет. Итак, вчера вы узнали о тех акциях, которые у нас есть, о тех программах, которые мы объявили на 9-12 каталоге, и программа эта называется «Горячее лето с Oriflame». В принципе, Сергей Борисович очень все хорошо и подробно рассказал, но тем не менее могли остаться вопросы, поэтому я начну с наших основных программ и новостей и с тех вопросов, которые вы оставляли в Google форме. Мы быстро все это пройдем и тогда еще посмотрим, какие вопросы останутся у вас сегодня. Итак, на 9-12 каталог у нас несколько изменений. Мы хотим, чтобы люди, которые сотрудничают с Oriflame, уже со старта зарабатывали больше, чтобы только присоединившийся новичок зарабатывал деньги, чтобы наши директора получали конкурентоспособный доход и чувствовали себя уверенно. Именно поэтому все эти изменения и были сделаны. Мы фокусируемся на тех, кто рекомендует нашу продукцию, потребляет нашу продукцию, любит нашу продукцию, и на наших лидеров. Вот этот слайд тоже вам, наверное, знаком со вчерашнего эфира о том, что является основой любой директорской команды. Это консультанты, это наши партнеры бренда, которые только начинают свой путь или уже с Oriflame давно и делают заказы от 0 до 150 баллов. И когда мы посмотрели и увидели статистику, то мы поняли, что таких людей 78% среди наших всех партнеров бренда. 78% не делают до 150 баллов. Это огромный потенциал. Это люди, которые пока еще не знают, зачем им нужно подтянуться до 150. Поэтому важно дать этим людям в первую очередь ту информацию, которая у нас сейчас есть, проработать с ними на планерках, на личных звонках, объяснить их выгоду. И это основа любой команды, любой организации, наши партнеры бренда. Сейчас что получает наш партнер? Получает 20% немедленной прибыли, 3 объемные скидки и бонус бизнес-класса. Вернее, получал буквально еще 2 дня назад в 8-м каталоге. И когда мы смотрим, что это приносит в деньгах, то мы видим, что на 150 баллах бонуса это 0 гривен и на 200
баллах, бонусах, это 55 гривен. И к нам очень часто обращались наши лидеры, говорили, ну, а как нам мотивировать наших партнеров, которые делают 100 баллов, чтобы они сделали 150 или 200? Вот какая программа им нужна? Поэтому мы проанализировали ситуацию, мы смотрели на нее с разных сторон и пришли к выводу, что да, действительно, нам нужно усилить предложение для этой категории наших партнеров. И поэтому наше горячее лето с Oriflame состоит из двух программ. Программа «Выгода максимум» и изменения, которые касаются директорских структур. Программа «Выгода максимум», как вы уже понимаете, рассчитана на тех, кто делает 150, 200 баллов, 300, 350 личного товарооборота. И для новичков, которые приходят и уже сразу могут начать зарабатывать. Состоит она из двух частей, из двух составляющих. По-прежнему остаются 20% немедленной прибыли. И теперь есть 10% со всего товарооборота. И вот это сейчас на слайде самая важная информация, самая классная. Сергей Борисович, когда выступал вчера, он даже сказал, я даже волнуюсь, даже сердце чаще стало биться, когда мы говорим об этом. Потому что здесь есть два невероятных, классных, ключевых сообщения. Первое. 10% начисляется со всего товарооборота персонального. То есть если раньше вам нужно было сделать там больше, чем 150 баллов, чтобы получить на то, что выше 150, да, то сейчас вы делаете 150 баллов, и уже с этого товарооборота вы получаете 10%. Более того, очень важно, если вы посмотрите все наши предыдущие программы, акции, расчеты по маркетинг-плану, мы всегда платим от объема продаж. Что такое объем продаж? Это баллы бонуса, умноженные на стоимость объема продаж. Начиная с этого каталога, это 12 гривен. То есть 1 балл бонуса равен 12 гривнам. И всегда мы платили с объема продаж. То теперь мы будем платить с товарооборота по ценам партнера бренда. Это большая сумма, потому что к объему продаж тогда добавляется еще 20%. И вот с этой суммы баллы бонуса умножить на стоимость балла и плюс к этому всему 20%, на эту сумму начисляется 10% бонуса. И это большие изменения, это классные изменения, и это возможность людям уже со 150 зарабатывать деньги. И мы сделали несколько примеров, которые с вами сейчас рассмотрим, и если нужно будет больше, мы можем больше примеров предоставить, и на ваших планерках с асмами вы их тоже увидите. Итак, когда человек делал 150 баллов, и сейчас, когда он будет делать 150, 250 и 350, как будет меняться доход? Здесь как производились расчеты? Это первый вопрос, который к нам пришел. То, что синеньким, то, что было еще в 8-м каталоге, считалось по баллу бонуса стоимость 11 гривен. Сейчас это стоимость 12 гривен. Это первое, что учитывалось в расчете. Синенькая часть, да, то, что выплачивалось, например, на 150 баллов бонуса, это и учитывается и бонус бизнес-класса, если он есть на этом уровне, и объемная скидка. То есть вот здесь вы видите 150, 50 гривен человек получал раньше, это была его 3% скидка, и 216 гривен он будет получать сейчас, начиная с этого каталога, 216 гривен. Сюда это программа «Выгода максимум». Я вижу вопросы. Вы можете писать вопросы наверху во вкладочке. Видите, у вас на экране есть вверху вкладочка «Вопросы», потому что лента бежит очень быстро, и я просто не успею все посмотреть. Я вижу, что вы спрашиваете, а что, если будет 450 баллов. На 450 еще выгода больше в этой программе, выгода максимум, но она уже не такая большая разница, как с предыдущим каталогом, да, то есть там будет небольшая разница гривен в 100
может, чуть меньше. И да, на 550 личных баллов то выгоднее все-таки уже получать объемную скидку от команды. И мы тоже смотрели, а сколько людей может вот делать 450 и более баллов, и какая ситуация с ними, сколько таких людей. И мы посмотрели, по Украине это за один каталог от 100 до 160 человек, которые делают свыше 450. 50 личных баллов, от 100 до 160 человек. Поэтому если это вы, да, вот такая ситуация, что на 550 все-таки уже нужно фокусироваться на развитии структуры, на построении команд и движении к новым целям. Ок? Хорошо. То есть я вам на слайде, я сейчас тогда вернусь на одну секундочку, на несколько слайдов, извините. Это вот как раз вы увидите вот эту... Ой-ой. Сейчас, наверное, меня уже слышно и видно. Вот на несколько слайдов я хотела вернуться. Посмотрите, вот здесь личный товарооборот ниже, да, 450 баллов и выше, и 550 и выше. Даже нет 1% тех людей, которые выполняют такие личные товарообороты, да. То есть мы вот здесь, в верхней части этой таблицы, где партнеры делают до 150 баллов, видим огромный потенциал. Меня видно, слышно, все в порядке? Ок, тогда движемся дальше, и я уже рассказала о программе, хочу показать еще несколько примеров. При 150 баллах, как я уже сказала, доход был 50 гривен, это то зарабатывал человек, теперь 150, теперь 216 гривен. И вы видите вот здесь на слайдах расчеты, все эти слайды есть у вас в виде баннеров, в виде слайдов, вы можете запросить у своего регионального менеджера и все это посчитать и проверить. Точно так же на 250 баллах доход составлял 193 гривны, и сейчас доход составляет 360 гривен, начиная с этого каталога. Поэтому 250 баллов, пожалуйста, дополнительные деньги. И при 350 баллов вместо 336 гривен теперь доход составит 504 гривны. Вижу, что вопросы вы начали писать вверху. Отлично. Выгода максимум. Еще раз. Она выплачивается всем бизнес-партнерам абсолютно. Выплачивается, когда партнер делает 150 баллов и выше. Выплачивается со всего товарооборота личного. И выплачивается от цен партнеров бренда. И вы всегда будете получать ту сумму, которая больше. Например, на 3%. Если вы сделали 150 баллов, 3% – это будет у вас примерно 50 гривен, а выгода максимум в этом случае, вернемся на несколько слайдов, а выгода максимум у вас будет 193 гривны. Так вот, вы получите ту сумму, которая больше. Не 50 гривен, а 193. И таким образом программа самостоятельно. Вам делать ничего нигде не нужно, ничего нажимать, выбирать. Программа самостоятельно смотрит, что больше, какая сумма больше, и ту выплачивает. И, в принципе, до менеджерского уровня, примерно до 9%, будет выплачиваться вам выгода максимум, и это больше. Да, вопрос, на который вы написали, не суммируется теперь сумма. Абсолютно верно. Не суммируется. Так, вернемся к тем слайдам, на котором я остановилась. И так как мы уже по выгоде максимум прошлись, я посмотрю на ваши вопросы и отвечу. Стоимость балла бонуса по дистрибьюторским ценам.
написал Сергей. Сергей, давайте посчитаем вместе. 1 балл бонуса стоит 12 гривен. Беру калькулятор. 12 гривен – это объем продаж. Для того, чтобы дистрибьюторскую цену найти, нужно добавить 20%. Плюс 20%. Получается 14,40. Стоимость балла бонуса по дистрибьюторским ценам – 14,40. Так, Лена написала, какая выплата. Извините, допишите, пожалуйста, вопрос. Как поймать момент, когда меняется выгода максимум на объемную скидку, и где можно будет увидеть разницу? Или это будет автоматически происходить? Замена имеется в виду. Ольга, абсолютно верно. Все это будет происходить автоматически. Вы просто проанализируйте свой предыдущий каталог, возьмите, например, информационный листочек ваш и посчитайте, кто у вас получил бы выгоду максимум, кто у вас сделал бы 150 баллов. Возьмите, сделайте одно упражнение на закрытом каталоге, да, посмотрите, кто сколько бы получил, и тогда вам станет более понятна система работы. Так, следующий вопрос. Щоб заробити перші гроші, треба зробити 150 BB одним замовленням. Леся написала, нет, вы можете суммарно в течение каталога набирать 150 баллов. Дальше я буду рассказывать про бесплатную доставку. Так, бесплатная доставка распространяется на заказ, который единоразовый на 150 баллов. А для того, чтобы получить бонус, вы суммарно за каталог набираете эти 150 баллов. Следующий вопрос. ЕАЕ, верхние лимиты. У нас и раньше они были, и сейчас, по-моему, в 1000 баллов. Но смотрите, вы должны просто понять, что примерно с уровня 9% выгоднее и больше становится объемная скидка. Поэтому фокусируйтесь на балансе, да, что объемная скидка с уровня 9% будет больше, чем выгода максимум, вы будете получать больше. Вот ваш и лимит, да, куда больше прилагать усилий. Так, следующий вопрос. Так, сейчас, секундочку. Да, значит, вопрос, вот Юля написала. Вчера говорили, что с 9-12% будет начисляться выгода максимум и до уровня добавляться объемная скидка. Это да, то, как это выглядит технически с точки зрения нашей. Сначала выгода максимум и потом объемная скидка. Но для вас и вообще для того, чтобы легче объяснять эту программу людям, вы можете говорить то, что больше. По выгоде максимум вы, например, заработали 216 гривен, а объемной скидки 700 гривен. Вы получите 700 гривен. А технически это будет выглядеть, да, так, как вы пишете. Сначала 216 и потом до 700 доначисляться сумма. Я верно понимаю, что если человек сделал 150 баллов, то он сразу получает 216 гривен на объемную скидку. Он их получает по закрытию каталога на объемную скидку. Да, такой вопрос был и в тех, которые вы высылали в Google форму, как будет начисляться в том же каталоге или в следующем. По закрытию каталога, как и начисляются все, как все наши начисления происходят. Следующий вопрос. Если менеджер на 15% раньше давал, делал 300 баллов, зараз він цього зробити за рахунок продажів не зможе, лише ріст структури, так? Олена Кошовченко написала вопрос. Якщо менеджер на 15% раніше додавав собі дохід особистими продажами на 300 балів, то зараз він цього зробити за рахунок продажів не зможе. Лише ріст структури. Так, Олена, так. І ми хочемо, щоб ви фокусувалися на рості структур. Посчитайте, якщо у вас для виходу на директорську структуру 7500, консультанты будут фокусироваться на 150 баллов, то вам нужно 50 активных консультантов по 150 баллов, чтобы получилась директорская структура. И мы вот это и хотим, чтобы у вас была
продуктивная, хорошая структура, где все делают большие заказы, где все мотивированы делать эти большие заказы, где с удовольствием рекомендуют продукцию, и вы меньшими усилиями, да, выходили на товарооборот в 7500. Так, следующий вопрос. Вот там, где нужно прям рисовать структуры, например, Катя, Ира, обе на 9%, я эти вопросы выпишу, мы сделаем слайды на них и вам отправим, потому что сейчас, не нарисовав кружочки, я боюсь, что ответить на ваш вопрос не смогу. Если, например, человек сделал 450 баллов, и он на 12%, то раньше он получал бонус свыше 150 и процент за уровень. Как сейчас будет? Сейчас он получит только то больше. И в данном случае будет объемная скидка больше, поэтому он полностью получит объемную скидку. Следующий вопрос. Многие пишут вот такие вопросы. Правильно ли я понимаю, теперь невыгодно делать 500 личных баллов? Ну, если под вами еще структура есть, то, в принципе, да, вы получите объемную скидку. Но, друзья, во-первых, по 500 баллов у нас делает 100 человек в Украине. Ну, 100 человек из тысяч. Из тысяч консультантов, 100 человек делает. Поэтому, да, возможно, для них сейчас это не самое выгодное предложение. И если они перефокусируются на работу со структурой, то это предложение будет для них выгодным. Если все их консультанты будут понимать, почему им выгодно сделать 150 баллов, 250 баллов, 350 баллов, они будут быстрее двигаться по лестнице успеха, быстрее закрывать звонок, быстрее квалифицироваться в Таиланд. Если выгода максимум 300 гривен, а объемная скидка от команды 1000 гривен, то консультант получит 1000 гривен. Абсолютно, да. Консультант получит 1000 гривен. О, Оля написала, да, как раз мы делаем по 500 баллов. Оля, да, если при этом у вас, если вы просто занимаетесь рекомендациями, продажами, делаете 500 баллов, то, в принципе, у вас там ничего не поменяется. Там свыше 450 разница небольшая, ну, то есть ее уже нет. У вас такая же выгода останется. Если при этом вы строите структуру, тогда вы будете получать в основном доход от структуры. Ок? Светлана, это на период лета или дальше будем работать по этой системе? Друзья, мы хотим посмотреть, проанализировать, пообщаться с вами, с топ-15 лидерами. Конечно, мы всегда перед запуском мы проводим много и анализа данных, и смотрим на статистику, которая у нас есть, мы понимаем, на кого мы фокусируемся в наших программах. И, конечно же, всегда обсуждаем это с лидерами. Поэтому мы посмотрим 9-10 каталог. Ну, 9-й, может быть, еще не будет показателем, да, потому что это первый каталог, когда все перестраиваются. А уже 10-й посмотрим статистику, поговорим с вами, соберем обратную связь. Если вы будете довольны этой программой, скажете «круто», она будет. Так, теперь про бесплатную доставку. Отлично, пошли вопросы про бесплатную доставку. Значит, я могу переходить дальше к слайдам. Друзья, те, кто пишут вопросы в комментариях, я их не читаю. Вверху есть закладка «Вопросы», пишите там, потому что в ленте с комментариями просто я не успею это все увидеть. Лента очень быстро уходит вверх. Пожалуйста, пишите там, где есть закладка «Вопросы». Итак, бесплатная доставка. А, еще что остается? 50% скидки на любимый продукт. Я напомню, как это работало раньше. Нужно было два каталога подряд находиться в бизнес-классе, чтобы заработать 50% скидки. Например, в 7-м каталоге вы делаете 100 баллов, в 8-м 100 баллов, в 9-м у вас 50% скидки. И таким образом, если вы не выпадаете из бизнес-класса, делаете все время по 150, у вас всегда есть эта возможность. Та же самая механика для выгоды максимум, но теперь этот уровень 150 баллов, потому что вот мы подтягиваем наших консультантов до этого уровня, чтобы была более продуктивная команда, более продуктивные структуры.
Поэтому все так же остается. Один каталог, второй каталог, и в третьем вы получаете скидку 50%. Если делаете постоянно, то эта скидка всегда постоянно, потому что предыдущих два каталога у вас всегда есть 150 баллов. На вот этот переходный период, то есть в восьмом каталоге было 100 баллов, в девятом 150, это считается. Да? То есть в десятом каталоге вы получите 50% скидку. Если в восьмом было 100, в девятом 150, и в десятом у вас будет скидка. Вот это условие два каталога, оно распространяется исключительно на 50% скидку. Все остальное действует таким образом. В одном каталоге сделали, в следующем каталоге воспользовались возможностью. Например, вот такой возможностью, как 5 льготных каталогов. Если вы в прошлом каталоге сделали 100 баллов, в этом у вас будет 5 льготных каталогов. Если в этом сделаете 150, в следующем у вас будет 5 льготных каталогов. Ничего набирать не надо. Вы когда заказываете 5 каталогов, программа автоматически меняет стоимость на льготную. То есть она видит, что вы воспользовались этой возможностью. Какая цена каталога, пишут вопрос. Я попрошу моих коллег сейчас перепроверить и написать мне в чат. Вова Неведров, можешь перепроверить стоимость льготных каталогов. Спасибо. Так, и теперь бесплатная доставка. О, видите, тут уже ответы есть. 5 по 14. Хорошо. Бесплатная доставка. Итак, можно получить бесплатно заказ, если в предыдущем каталоге вы были, ну, либо в бизнес-классе, вот в восьмом каталоге, либо в программе «Выгода максимум». Рассмотрим ситуацию в восьмом каталоге, который закончился, вы сделали 100 баллов. В этом текущем девятом, если вы делаете одноразово заказ на 100 баллов на любой СПО, вы получаете его бесплатно. Если вы делаете заказ единоразово на 150 баллов, любые каналы дистрибьюции, кроме доставки домой, вы получаете бесплатно. Если вы делаете 5 таких заказов, вы все получаете бесплатно. То есть выполнили в предыдущем каталоге условия, в этом воспользовались. В девятом каталоге, если вы суммарно набрали заказы на 150 баллов, то в следующем десятом вы пользуетесь вот этими условиями бесплатной доставки. 100 баллов на СПО, 150 баллов на другие каналы дистрибуции. Дальше. То, что мы добавили, то, о чем долго просили, и, может быть, вы сейчас напишите вопрос, почему со 100 баллов и так далее. Поверьте, вот это очень большие инвестиции. Доставка стоит дорого. Доставка стоит дорого, поэтому все, что мы бесплатно доставляем, это большие инвестиции компании. Вопрос на новую почту? Да, и на новую почту все, кроме доставки домой. Для новичков, которые в течение 21 дня размещают заказ на 100 баллов бонуса, то есть одним заказом проходят первый шаг, этот заказ доставляется бесплатно, кроме домашней доставки, на любые каналы дистрибьюции, на СПО, на новую почту, на Укрпочту и так далее. Все каналы доставки, кроме адресной доставки домой. Это тоже что очень часто просили лидеры и зачем обращались к нам. Следующее. Добавили несколько слайдов, чтобы вы увидели стартовую программу, как максимально ее хорошо продавать, как выгодно ее продавать и новичку сразу показывать все преимущества. Смотрите, если консультант делает 4 шага по 100 баллов, то примерно экономия, которая есть у него, это 2860 гривен. Вот расчеты есть на экране. При этом, если он делает 4 шага, но по 150 баллов и зарабатывает на каждом шаге вот эту еще дополнительный бонус, то он зарабатывает 3724 гривны.
То есть плюс 864 гривны за вот этот период 4 шагов, если он делает не по 100, а по 150. И вы знаете, могут быть такие консультанты или нет, да, которые приходят и сразу включаются в программу. И опыт показывает, что да, есть команды, есть структуры, где очень хорошо отлажена работа с новичками для того, чтобы они приходили и сразу размещали заказ на 150 баллов. Более того, мы таких людей приглашаем выступать на наши 30-минутки. Вы их всегда можете увидеть, услышать и задать им вопрос. Но есть команды, которые очень сильно фокусируются на рекрутинге, а потом бросают и не сопровождают людей. У них может быть 100, 200, 300, 400 регистраций на всю команду за каталог, и из них рекрутами становится очень маленькое количество, потому что нет вот этого плотного сопровождения и работы с новичком. И здесь это наша ответственность. Вот каждого из нас. Мы позвали человека зачем? Мы его зачем сели в бизнес? Зарабатывать деньги? Так покажите ему деньги. Покажите, сколько он может заработать. Мы сказали, что он будет в нашей команде, тогда он должен с первого дня чувствовать нашу заботу, наше тепло и понимать, что он находится в команде. Если мы добавляем его в продуктовый чат, а там винегрет, и он не знает, как с этим разобраться, так может быть, все-таки кто-то ему должен позвонить, объяснить, спросить, рассказать, как посмотреть каталог, выяснить потребности. Мы проводим массу обучения, массу обмена опытом, когда мы рассказываем, как новичкам сразу ввести в курс дела для того, чтобы он размещал заказы. Пишут, можно ли эти баннеры скинуть в чат? Да, все баннеры, все презентации будут в чате. Если новичок продукты не просто оставляет себе, да, которые он по стартовой программе получает, а еще и продает их, тогда его выгода становится еще больше. И вы видите на слайде просто при прохождении стартовой программы или плюс с доходом от программы выгода максимум. Все расчеты на слайдах есть, мы все пришлем в бизнес-прокачку, и вы сможете их посмотреть. Итак, новичком сейчас быть выгодно, можно зарабатывать деньги с первого дня. Поэтому важно об этом говорить каждому новичку, не бросать его, сопровождать и рассказывать о том, какие здесь классные есть предложения. Экономия до 3000 или заработать 4000. Получить первый заказ на 100 баллов бесплатно. И начать рекомендовать сразу, делать заказы по 150 баллов сразу и получать дополнительный бонус с первого же дня работы в Oriflame. По бесплатной доставке вопросы есть? Так, я смотрю, добавилось у нас некоторое количество вопросов вверху. И отвечаю на них. О, здесь есть отзыв. Уверена, что все эти изменения точно лучше, что может быть сейчас. И лучше, что, чем было. Надо разобраться, справимся, спасибо. Благодарю за такой позитивный отзыв. Так, вопрос. То есть, чтобы доставка была бесплатная, в предыдущем каталоге должно быть 150 баллов. Марина задала этот вопрос. Скоренок. При переходном периоде с 8 на 9 достаточно, что у вас было в 8 каталоге 100 баллов, потому что тогда еще действовали одни условия, то в 9-м 150, чтобы в 10-м использовать это преимущество. Надеюсь, понятно объяснила. Так, новичок прошлого каталога участвует в программе. Новичок прошлого каталога, то есть если он еще рекрут, но не стартер. Вернее, стартер, но не рекрут, это имеется в виду. Нет, вот здесь вопросы про новичков. Если у новичков был активационный заказ на 15 баллов, а второй на 100 баллов, доставка будет бесплатная? Нет, про первый заказ. Вот этот активационный заказ не 15 баллов, а 100 баллов сразу. Вот тогда бесплатно. Так, про новичков 8-го каталога давайте я сейчас уточню, как у нас стоят настройки именно на новичков 8-го каталога.
Да, можно расписать все выгоды, как просто объяснить новичку все это. Окей, вот эти слайды, на которых есть, мы можем сделать их чуть подробнее, если хотите, которые я только что показывала, если новичок делает 4 шага по 100 или 4 по 150, если он оставляет продукт себе, он экономит, или если он продукт, эти подарки продает, он зарабатывает. Мы тогда эти слайды сделаем чуть подробнее и тоже вам дадим для того, чтобы вы новичкам лучше объясняли. Правильно я поняла задачу, да? Ок, так, смотрим еще вопросы. Так. Что такое балл бонуса? Прекрасный вопрос. Хорошо. Так как у нас компания между, то для того, чтобы одинаково оценивать усилия в любой стране одного и того же консультанта за то, что он продал губную помаду или набор на Вейдж, существует вот такая международная у нас стоимость продукции в баллах. То есть помада может, да, внутренняя валюта компании, да, за помаду можно попросить 3-5 баллов, а за набор на Wage 250 баллов, да, чтобы оценить усилия и вот эти усилия как бы сравнивать не только внутри страны, но и в разных странах. Но, Виолетта, пожалуйста, у вас очень классный вопрос про баллы бонуса, поэтому поговорите со своим, с тем человеком, который вас пригласил, и он вам расскажет много всего интересного. Так, огромная просьба выложить презентацию в чат. Все, кто в прошлом каталоге сделали 100 баллов, должны в этом сделать 150, чтобы получить 50% скидки в 10-м каталоге. Правильно вы поняли? Так. А если не первый заказ, но в 21 день? Я уже ответила на вопрос. Нет, первый заказ. Вот важно, первый заказ. Новичок делает первый заказ за 21 день. Менеджер 9% делает 350 баллов, он получит 504 гривны бонуса и доход от товарооборота. Лена Романчук задала вопрос. Лена, он получит то, что будет больше. Или 504 гривны, или, может, возможно, у него 9% скидка будет уже выше, и он получит именно ее. Если я прохожу стартовую программу, на меня действует бизнес-класс и бесплатная доставка. Ольга Печенина. Оля, да, вы можете сразу воспользоваться всеми преимуществами и выполняя эти условия уже при прохождении стартовой программы, вы все это можете получить. Отличный вопрос. Очень люблю, когда новички такое спрашивают. Если было 50 баллов, то чтобы получить скидку 50%, нужно два каталога по 150 баллов сделать. Татьяна Лужняк написала. Да, если вы в прошлом каталоге сделали всего 50 баллов, ну или ваш партнер, то чтобы выйти на оборот, выйти на возможность получать 50% скидку, нужно два раза подряд сделать по 150 баллов. Вчера сделал консультант 150 баллов, и в информационном листке стоит 80 гривен объемки, а должен быть 216. Емельянова Лиля. Лиля, проверим, информационный листок должен уже быть настроен. Спасибо, что сказали. Инфлист. Проверим. Так, например, у меня было в том каталоге 500 баллов. Это чисто продавец. И за скидку бизнес-класса получила 500 гривен и за 6% 300. Итого 800. Сейчас она получит только... Почему за 350? Тут Синкевич, и, к сожалению, имя не видно. Вы не совсем правильно написали пример. Вы говорили про 500 баллов, а потом перешли к 350. Очень частный пример. Вы можете со своим территориальным менеджером созвониться и это посчитать. Окей? Потому что тут, наверное, что-то немножечко в вопросе непонятно. Ок, тогда... Идем дальше. Друзья, я сразу еще раз повторюсь. Вопросы, которые написаны в чате, я не читаю. Я читаю вопросы, которые вверху в закрепленной закладке, потому что чат очень быстро движется, я не успеваю его читать. Движемся дальше. Как я уже сказала, говорила, 78% наших консультантов делают до 150 баллов. Если мы хотя бы тех, кто делает 100, подтянем до 150, рассказав им выгоду, мы посмотрим,
как это повлияет на товарооборот каждой конкретной директорской команды. Вот это наша основная задача. Потому что это, да, основа нашего бизнеса. Какие еще изменения произошли у нас в девятом каталоге? Первое, у нас увеличился балл, он периодически увеличивается 1-2 раза в год. В данном случае он увеличился с 11 гривен до 12 гривен. Это рост на 10%. Для чего это происходит? Для того, чтобы, как я уже говорила, да, баллы бонуса, когда мы умножаем на стоимость балла, мы получаем товарооборот, от которого идут все расчеты, абсолютно все. И даже в данном случае выгода максимум, она идет от этого плюс еще 20%. Так вот, от объема продаж идут абсолютно все расчеты. И мы не можем, например, начать платить 9-процентнику 10%, да, или 18-процентнику 19%, если человек хочет зарабатывать больше. Да, все равно в стране инфляция происходит, разные другие процессы экономические. Так вот, для того, чтобы платить больше, нужно, чтобы товарооборот был больше. Поэтому единственная возможность на это повлиять – это чуть-чуть повысить балл бонуса. И поэтому увеличиваются доходы лидеров. Доходы, ну, всех, потому что увеличивается товарооборот на том же самом уровне. И в среднем мы посмотрели, сколько зарабатывает сейчас лидер на уровне директора за 3 недели каталога. За 3 недели. Это 8 тысяч гривен. А с этого каталога он начнет зарабатывать 9 тысяч гривен. Вот это важное сообщение, что лидеры наши станут зарабатывать больше, 9 тысяч гривен. Опять же, это зависит от построения структуры. У нас есть прекрасный тренинг, который читает Вова Неведров, наш менеджер по развитию лидерства. Он называется «Где деньги в Oriflame?». Этот тренинг мы читаем как в структурах, приходя в большие команды лидерские для всей команды, так мы поставим его обязательно в расписание, для того, чтобы вы пришли и поняли, каким образом максимально сбалансированно строить свою команду для того, чтобы получать максимально, всегда максимальные бонусы, максимальные выплаты и так далее. Поэтому ожидайте, смотрите за расписанием и обязательно посетите тренинг «Где деньги в Oriflame?». Научитесь считать деньги. Если вы хотите их зарабатывать, научитесь считать деньги. Окей? Поставьте плюсики. Хорошо. Итак, подводя итоги по программе «Горячее лето», у нас есть поддержка для партнеров бренда, программа «Выгода максимум» и вот этот 10-процентный бонус. Это бесплатная доставка. Остались возможности 50% скидки на любимый продукт, 5 льготных каталогов. И для лидеров это выше доход. Это синхронизация ценовой политики. Кстати, я об этом не сказала, но вчера, я думаю, в трансляции вы видели, что с 9-го каталога на 60% продукции компании Oriflame понижены цены. Понижены цены базовые, да, то есть та цена, которая черная в каталоге. Это декоративная косметика, это 15% на Giordani Go, минус 15% на The One, это минус 10% на Oncolor, это на наши продукты по уходу за телом и волосами на 10%. Понижены цены, повышен балл. То есть смотрите, вы по более чуть низким ценам будете продавать больше, достигать вот чуть более высоких требований по баллам, но и зарабатывать больше. И не поменялись цены на наши флагманские продукты и категории. Это Novage и Wellness. Здесь у нас сбалансированные цены, поэтому здесь никаких изменений нет. Но 60% продукции в каталоге стало дешевле. И это зачем понижать цены базовые, Надежда спросила. Чтобы они были одинаковые во всем мире, чтобы тоже, когда вы открывали каталог наш, казахский, российский, открывали на какой-то странице, видели одинаковый процент скидки. Одинаковый. То есть у нас будет минус 30,
в том каталоге будет 30, и там будет минус 30. Не будет вот такой рассинхронизации. Те лидеры, которые работают в разных странах, они, бывает, задают вопрос: нам так, а тут так. Сейчас будет одинаково, да, то есть будет одинаково. Дальше. Рекрутинговая компания. Два слова не скажу, я надеюсь, что вбрались. Во-первых, в этом каталоге не забудьте, что у вас есть новички предыдущих каталогов, вы собираете баллы спонсорские, поэтому выполните все условия для того, чтобы набрать баллы и получить подарки. Новая рекрутинговая компания длится два каталога, 9-10. В стартовой программе у нас два потрясающих аромата. Люсия – это топ продаж последних 10 лет, поэтому почему мы ставим в шаге один, да, то есть в первом подарке, аромат, который очень хорошо известен, потому что любой спонсор, любой из вас его уже попробовал и своему новичку сможет рассказать или, извините, сумочки достать и сказать: послушай, вот понюхай, пожалуйста, вот этот аромат, если ты выполнишь первый шаг, ты его получишь. И мужская туалетная вода, новинка Debonair, была потрясающая презентация от разработчиков из нашего стокгольмского офиса про эту туалетную воду, что она для джентльменов очень интересная, очень такая... Принц вдохновил, да, их на создание. И очень классно, если новичок сразу знакомится с такими классными продуктами. И действительно, у нас очень много заказывают, кстати, туалетных вод мужских, несмотря на то, что консультантов женщин больше, но порядка 30% – это ароматы мужские. Дальше. Вся компания посвящена у нас wellness. Выполняете шаги по 100 баллов, приглашаете двух друзей. И обратите внимание, практически во всех лидерских программах, во всех рекрутинговых акциях мы стараемся транслировать одно и то же сообщение. Два квалифицированных рекрута. Если они у вас есть, если все в вашей команде придерживаются этого принципа, два квалифицированных рекрута, ваш бизнес растет. Это мы уже выверяли не три, не четыре, а вот два у каждого спонсора. И тогда вы и подарки получаете, и бизнес нормально развивается. Если больше, то только приветствуется, да. Но вот старайтесь держать вот этот уровень и вот этот темп. И вы можете получать наборы, видите, наборы на выбор с мужскими или женскими, с мужскими или женскими витаминами. Также есть сумка, это у нас подарок в 10-м каталоге, выполняя такие же условия, вы получаете. И если суммарно вы получаете 4, да, то есть выполняете первое и второе условие, и потом 4 человека у вас получается суммарно, то еще и такая классная баночка для воды, лето жаркое, очень актуально. Вот это... по нашим программам. Я вижу, добавилось немного вопросов, и прежде чем передать слово следующему спикеру, я отвечу еще на несколько вопросов. Ок. Так. О, спасибо большое за все возможности. Прекрасно. Если в каталоге 4 квалифицированных рекрута, то 2 подарка. Так, сейчас мы... по-моему, 1... что от количества подарков не меняется, но я сейчас уточню этот вопрос. Так, дальше. Может ли мужчина работать в этой сфере? Виолетта, вы прекрасный новичок. Сначала спросили про баллы, теперь про мужчин. Да, не просто может, а у нас есть топ-лидеры мужчины, которые прекрасно развивают и очень хорошо продают бизнес, рассказывают, как строить бизнес. Так, если у меня менеджер-новичок с 7-го каталога с баллами бонуса, а в 8-м нет, заказов,
Я, к сожалению, не могу понять вопрос про новичка. Я думаю, что можно адресовать вашему АСМ, если что. Друзья, вот все, кто смотрит, нас 450 человек на вебинаре. Я говорила, да, по 500 будет. Если есть вопросы, на которые вы не получили, есть как минимум два человека, которые на них могут ответить, на ваши индивидуальные вопросы. Первое – это ваш вышестоящий лидер. Если на вебинаре есть новичок, и вы не нашли ответа на вопрос, я не поняла вопрос ваш, обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, да, в бизнес. И второе, есть территориальный менеджер. И на той территории, где вы работаете, есть менеджер, который отвечает за продажи на этой территории и за развитие лидерства. Мы сегодня в прокачку, тогда повторим список с контактами менеджеров ваших, и вы можете обращаться также к ним с вот такими индивидуальными вопросами. Но в первую очередь обратитесь, пожалуйста, к своему лидеру. Лидер вам поможет. Так, вопрос следующий. Как получить сумку? Вернусь на слайд с сумкой. Смотрите. Личный заказ на 100 баллов, ну, лучше на 150, вы же уже понимаете. И два человека, которые придут в 10-м каталоге и пройдут первый шаг стартовой программы. Ок, по сумке все понятно, да? Хорошо. Так, ну все, друзья, наверное, на основную часть вопросов ответила. Хороший вопрос задала Оксана. Если новичок делает первый, третий, четвертый круг стартовой программы по 100 баллов, то доставка на новую почту або Укрпошту платно или бесплатно? Смотрите, Оксана, здесь такой момент. Вот давайте представим, новичок этого каталога пришел. Первый заказ он разместил в этом каталоге на 100 баллов и его получил бесплатно. Если он хочет в следующем каталоге получать свои заказы бесплатно, то в этом ему надо доделать еще 50 баллов. Тогда, во-первых, он получит бонус 216 гривен. И в следующем каталоге, размещая свой первый заказ на 100 баллов на СПО или на 150 на любую доставку, он получит его бесплатно. Понимаете, даже новичку выгодно делать по 150 баллов. И вот в таком случае вы ведете новичка, он и бесплатно получает, и зарабатывает деньги, и получает подарки. Поэтому в данном случае в стартовой программе нужно не просто участвовать, а участвовать всем миром. На этом я заканчиваю ответы на вопросы и хочу передать слово лидеру, потрясающему лидеру, Тамаре Скиба. Она умеет классно, грамотно работать со своей командой, со своими людьми и рассказывать о том, как доносить все выгоды акций. Тамара, подключайтесь, пожалуйста. Тамара, ждем сейчас. Тамара, выходите в эфир. Тамара из города Запорожье. У нее большая структура. Вот. Друзья, очень рада всех видеть и слышать, так что все замечательно. Можете оставаться в камере, если хотите, можете отдыхать. Вы и нас здорово отработали, потому что много вопросов, новая акция, новые программы, новые предложения, поэтому это очень круто. Если можно, верните, пожалуйста, на слайд, вы пощелкайте, знаете, где вот эти бонусы, которые 150 баллов. Все акции, друзья, добрый день, коллеги, добрый день, успешные люди, потому что сегодня в чате очень много успешных людей, я думаю, что это будущие директора, кто сегодня не директор, я думаю, это будущие бриллианты, исполнительные, это люди, которые будут посещать все конференции компании Reflame, потому что ту акцию, которую компания нам дала на лето, она 100% поможет каждому из нас достичь поставленной цели. Я в этом глубоко убеждена, поэтому безмерно благодарна за эти вещи и очень ценю, потому что у меня всегда был вопрос, ребята, как замотивировать человека, который пришел в компанию, который еще не умеет делать заказы, который еще не умеет приглашать, который еще боится подойти, не предложить эту возможность, и сегодня эта возможность есть. 150 баллов делайте, получаете 216 гривен премии от компании, и я считаю, но это не всегда 216, но все грамотные люди, вы знаете, что от чего зависит объем продаж, он зависит
у каждого продукта он разный. Если это скидочный продукт, то этот объем продаж немножечко ниже. Ну, к примеру, в этом каталоге у нас есть кальций. Такой продукт на этой страничке стоит 359 гривен, дистрибьюторская цена 278,20. Я неправильно написала, 287,20. Так вот, 10%, когда человек размещает, покупает 7 баночек кальция, он получает премию от компании, 10% бонус, не 216, а получает 201 гривну 40 копеек. К этому можно по-разному относиться, цифры не сходятся, какие-то вещи, но это правда, ребята. На какой, за какой-то продукт вы будете больше получать, чем 216 гривен, потому что в следующем каталоге, я посчитала, у нас будет в скидках, у нас будут витамины мужские и женские. Видите, вот витамины мужские и женские. Вот за 7 баночек мужских и женских витаминов, 7 баночек, это 150 баллов, вы получите 234 гривны 60 копеек. Поэтому очень спокойно относитесь к этим вещам. Моя рекомендация, я хочу быть вам максимально полезной. Сегодня отменила встречу, на которой было 8 человек, которые меня ждали, чтобы быть вам максимально полезной. Поэтому воспринимайте это по-разному, но сегодня, когда я буду это предлагать новичкам, людям, я буду говорить, ты знаешь, Солнце, купи сегодня 7 баночек кальция для всей своей семьи, для всех своих родных и близких, и тебе за каждую баночку кальция компания заплатит премию 28 гривен 75 копейки. Кальция, которая в магазине стоит, который в каталоге стоит 490, тебе он обойдется 221,52 гривны. Но 28 гривен 70 копеек ты получишь в следующем каталоге как кэшбэк за свою покупку. Потому что ни в одном магазине за то, что мы покупаем, оставляем там деньги каждую неделю, иногда каждый день, это СИПО, это другие, я не просто СИПО, АТБ, я не знаю, что там Ашан. В Ашане, по-моему, вообще есть накопительная, сейчас появилась какая-то там карта. Я спрашиваю, какой у вас процент скидки? Ну, говорит, сначала вы начинаете с 1%, с 0,5%, потом 1%, максимально это 2% или 1,5-2%. И представляете, сколько нужно купить продуктов? Это продукты ежедневного статуса, это продукты питания, это продукты моющие, чистящие, это продукты, которые нужны любому человеку каждый день, чтобы накопить такой вот бонус, который нам компания дает с первой покупки. Такого кэшбэка нет ни у кого, и я буду это очень дорого продавать, потому что реально я этого очень долго ждала, на каждой встрече просила, дайте что-нибудь людям, которые еще не умеют делать этот бизнес. Это как стипендия, пока он учится. Потому что наш бизнес сегодня, да, основан практически на личном потреблении. И чтобы у человека было больше эмоций продвигать этот продукт, очень важно самому эти продукты попробовать. И это первое, что я буду говорить, потому что правда. Вторая – это категория людей, это консультанты, продавцы моей команды, которые делают кто-то 300, кто-то 500, есть там человек, который делает и по 1000 баллов. Да, эти люди не будут за это зарабатывать деньги. Ну, давайте представим на секундочку вот ситуацию, вот моя ситуация. У меня в команде было 4 продавца, которых я научила делать 450-500 баллов. Я их научила, на это делали из каталога в каталог, они это делали из каталога в каталог, но потом их сократили на работе. Все их клиенты остались на работе. И сегодня эти консультанты-продавцы делают с натяжкой не всегда 150 баллов, это 100%. И я буду этим людям сегодня рекомендовать пригласить в свою команду 5, 10, 15, сколько они смогут людей, и научить их точно так же грамотно продвигать эти продукты. Потому что один человек никогда не продаст столько, сколько продадут 10 человек. Или возьмут для себя 10 человек, это 100%. Поэтому всякие в жизни бывают форс-мажоры. И эти люди, вот эти продавцы, они никого не пригласили. Понимаете, если бы они хотя бы пригласили 2, 3, 5 человек, я бы этих людей научила и бизнес развивать, и объемы свои делать, и все остальное. Или хотя бы объемы делать, не вопрос. Но ничего нет, они перестали делать. И теперь посчитайте, какие убытки. Было 2000 баллов 4 человек, сегодня эти люди делают 300 баллов, 350, около 400 баллов, иногда в сезон продаж делают 600 баллов. Поэтому я всегда говорю, ребята, это самое выгодное, потому что сегодня пригласить людей, потому что лето лучшее время для этого, потому что еще не один карантин будет, просто сейчас об этом не говорят, но моя задача и ваша задача, наверное, летом пригласить как можно больше людей в свою команду, чтобы они знали о наших возможностях, чтобы они пользовались этим возможностью, получали тот кэшбэк, который дает компания Replay. Это очень-очень круто. Поэтому я первая всем говорить всем людям, которых я знаю, клиенты на контракте, будущие мои партнеры, неважно, всех, кого я буду приглашать, очень дорого продавать вот эту возможность. Второе, консультанты продавцам рекомендую своей команде, свою команду пригласить 5, 7, 8, 10 человек, чтобы они оставались на том же уровне, там 9-12%, но только не за свой личный счет, а за счет людей, которых они пригласят.
чтобы все люди, а все люди, которые он пригласит, они будут выгодны плюс, это 100%. Что я буду рекомендовать лидерам, как это буду использовать? Лидерам я порекомендую вместе со своими партнерами за это лето пригласить в команду 50 человек, влюбить нашу продукцию, дать возможность заработать эти бонусы, эти кэшбэки и построить директорскую команду, потому что это очень важная возможность сегодня достичь звания директора, потому что самый дорогой, самый крутой продукт, который у нас есть, вы, наверное, догадываетесь, о чем я говорю, это план успеха, потому что наша цель расти по плану успеха, потому что люди, которые пригласят свою, вы это все знаете, люди, которые пригласят свою команду 50 человек, они станут директорами, а спонсор, который научил, помог, рассказал, и вместе они это сделали, он достигнет нового звания, а новички, а партнеры их станут директорами. Они получат выгодный уровень доходов 9, 12, 13 тысяч гривен, смотря как построена команда. Они получат $1000 премии, и еще они получат пригласительную поездку в Таиланд. Ребята, где такие бонусы за то, что мы приносим людям пользу? И в нашем бизнесе очень хорошо работает. Чем больше пользы мы другим приносим, тем успешнее мы. И наш успех кроется в плане успеха. Поэтому я сегодня верю, что в нашей Украине, ну, в нашей стране будет огромный рост за летний период, потому что нам есть что предложить любому человеку. Ни одна сетевая компания, которая сегодня работает на рынке, не предлагает такую премию, такой кэшбэк, но между нами, так говорится, за то, что человек просто пришел, разместил заказ для личного потребления. Потому что 150 баллов, это в основном сначала новички берут для себя, для своей семьи, для своих родных и близких. На работе показали каталог, но их это увлечет, это столько, можно и больше, 250 и 300. Но я сегодня говорю, 150 баллов, это круто, потому что любая баночка витамин будет дешевле на 28 гривен, как кальция, а если это будет витамин, они будут дешевле на 33 гривна. И вот эту информацию можно подавать по-разному. Вы ее подаете так, как вы чувствуете сами. Но для меня вот можно разделить на маленькие части и уставить понятно, потому что при стоимости, я говорю, кальция 490, если отнять тот кэшбэк, который мы получим при покупке кальция и из баллона море, нам эти витамины получается 221 гривна 52 копейки. Это больше, чем 50% стоимости. И я очень вдохновлена, потому что реально это круто. Это продукты первой необходимости. У нас в руках продукты первой необходимости. Компания работала в карантин, потому что мы продаем средства гигиены, мы продаем продукты, повышающие иммунитет, так было и будет. Только самая главная задача – найти как можно больше людей, которые будут использовать эту уникальную возможность для себя. И, в принципе, ребята, я все сказала, потому что, кроме того, разницу вида я даже не буду вам говорить сегодня, чтобы, если бы я по-старому, например, заказала, мой новичок заказал бы 7 баночек кальция, он бы получил 60 гривен 30 копеек, он бы получил на свой номер. А сегодня, когда человек заказывает 7 баночек кальция, он получает будет на свой номер 201 гривну 40 копеек. Поэтому разница очевидная. Поэтому я очень, 50 гривен, 60, разница очевидна, поэтому я очень благодарна за эту возможность, верю в ваш потенциал, верю в то, что у вас в окружении есть эти люди, они просто не знают об этой возможности. И понимаю, что весь успех у нас в голове. Как мы к этой ситуации относимся, такой у нас от нас идет и посыл. Потому что сначала страх, вроде бы там я не могу. Ребята, это только выгода, я же привела свой пример. 2000 баллов у меня сегодня нет. Есть только 300 или 400 баллов, 300, иногда 400 баллов четырех этих людей. Иночка, вы хотите, чтобы я что-то еще сказала? Нет, отлично, Тамара, благодарю. Вы знаете, я пока слушала вас, я поняла, что мы сделаем, подготовим примеры вот такие с расчетом, как выйти на 250 баллов, на 350 баллов, на 450 баллов, какие продукты можно из каталога, лучшие продукты выбрать, и какой будет доход у этих людей. То есть мы подготовим такие слайды, спасибо, я поняла, эта идея очень классная, мы воспользуемся ею и подготовим дополнительный материал. Это называется цифрорассказ, разговор, показывать на цифрах, какие выгоды получает человек. Это понятно, доступно. Напишите, если я была вам полезна, если вы что-то для этого взяли, и желаю вам теплого, горячего лета, эффективного, продуктивного и богатого лета на хороших людей, на новые возможности, на новые достижения и на новый уровень жизни, потому что вы этого достойны. Благодарю. Всех благ и ценю наше партнерство и очень благодарна компании, потому что мы лучше с вами в компании. Всех благ.
Благодарю, Тамара, и за ваши слова, что чем большему количеству людей мы помогаем становиться успешными, тем более успешными становимся мы. Да, действительно, и давайте на этой позитивной, прекрасной ноте завершим вебинар и пойдем делать классным наш 9-й каталог и, в принципе, это лето. Большое всем спасибо. Друзья, да, вопросы мы еще посмотрим и в прокачке в течение дня будем присылать ответы голосовые или в виде слайдов. Всем спасибо. Тамара, благодарю от души. Благодарю. И... Да, всех благодарю. Да. До свидания. Всем отличного дня.